Вот такой белый мастер, я имею в виду, ну вот такой прям вот идеальный мастер, он должен быть скромен. Он будет априори скромен. Или он априори, это он уже. Априори скромен. Значит, благодаря мастерству, полученному от занятий боевых искусств, мы можем взрастить себе эту скромность. Да можем все, что хочешь. Из занятий. Как свою цель ставит. Конечно, можем. Так, ну хорошо, можем. Как знаешь, мне нравится. Можно ли есть это грибы? И какие? Да все можно есть, только некоторые один раз. Угу. Вот это мне очень понравилось. Можно грибы есть? Можно. Ну вот ты вот прям говоришь, можно ли делать? Ягоды можно. И ягоды все можно есть. Все можно делать. Но только некоторые вещи один раз ты можешь сделать. И все. На этой позитивной ноте пойдем греться. Да. Чтобы второй раз, да. Мы пойдем второй раз. Потом включим чайник. Не, а я уже включил.